Дорогие уважаемые зрители канала Любимого ТВ, мои обожаемые подписчики и все те, кто еще подпишется, рада вас приветствовать на своем канале таро-терапевтическом Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова. И давайте сейчас мы с вами сделаем такой просмотр в общем формате, естественно, чтобы он хотел вам сказать. И бонусом будет сегодня... Сделаю по вариантам бонус, причина одиночества или причина нестройных отношений, неплотных, сложных отношений. Возможно, грабли, да? То есть я отдельно сейчас не буду выносить вот эту тему причины одиночества или причины плохих, сложных отношений, да? Почему вам не везет в личной жизни. Но как бонус сегодня будет у нас такая... заявочка и возможность посмотреть для вас, кому это актуально, дорогие. Может быть, свои предыдущие отношения пересмотрите, перепросмотрите таким образом. Это будет для вас полезно, я надеюсь. Ну что, дорогие, лайки сразу не ставим, ставим в середине видео или в конце видео. Помните об этом. Сейчас очень важна такая информация, что ранние лайки, оказывается, YouTube считает как... Их не считает, в общем-то. Считает, что это бот или что-то такое. То есть, дабы не обманывать, потому что так происходит. Хотя вы, девочки, от всей души это делаете, мои милые. Но, пожалуйста, ставьте. Это очень важно для развития канала. Но при просмотре, когда смотрите, уже там какое-то время посмотрели, и это ваша плата замечательная, ваша благодарность за мой скромный труд. И помогает развитию канала. И я вас обнимаю за вашу доброту, помощь и развитию канала. Обязательно ваши теплые пожелания по моей работе. Так что приступаем, милые, на этой хорошей, легкой, теплой волне. А негативщики, естественно, идут в сад. В бан. Ну, приступаем, милые, давайте. Готовы вы? Что там ваш дорогой? Любимый хотел бы вам сказать сейчас, чтобы он такой хорошей хозяюшке, как вы, хотел сказать. Девчат, ну, во-первых, мужчина, знаете, любитель, конечно, немножко, чтобы за ним поволокители, чтобы у него было общество из женщин, чтобы он мог общаться, чтобы флиртовать. У него, понимаете, у него так потенциал повышается. Если он будет знать, что за вами кто-то ухаживает, ну, в принципе, это неплохо. То есть здесь эффект вот этого охотника, он присущ. Но надо, чтобы было все аккуратно, чтобы не было ограничений. Вообще человек на позитиве, он любит, когда за ним ухаживают, он любит, когда его холят или леют, или лелеют. Но как бы вы не устали и сами не решили сбежать от этих вот таких отношений, когда вы, в принципе, знаете, ощущение, что вы привязаны либо к дому, либо к этому человеку, либо к ухаживанию. А он, знаете, более легко относится к отношениям, он еще может с кем-то общаться, заводить какие-то флирты. Это может быть серьезно, может быть несерьезно, но человек есть такой на радости, на позитиве, и чем больше его облизывают, образно говоря, тем он... Ну-ка, давай. Эгоистичнее. Ага, эмоционально нестабильнее. Ему нравятся эмоции получать, девочки. Видите, как будет подпитывать разных девушек. Ой, ну он такой везунчик, такой счастливчик, девчат. Какая-то радость. А вы уже прям подустали. И вы очень добрая, вы восприимчивая. Вы можете позволять на себе ездить какое-то время, пока вы эмоционально привязаны. Но дальше, если вы поймете, что все, уже эмоций нет, ох, какая вы можете быть пиявка, посмотрите. Ну, такая, что кровь-то ему попьете. Ну, правильно, вот смотрите, здесь аркан какой вышел. Подсыпите ему приятностей, перчику дадите. Хотя тут вот отрава, но мы ни в коем случае, да, чтобы все должно быть приятно. Я надеюсь, просто вы смысл понимаете. Но здесь вообще речь идет о расставании. О расставании либо вы скажете, вы можете сказать, что все, я устала так, я хочу по-другому. Я тебе не женщина, посудомойка. И я тебе не машина, да? Давай, люби меня, люби или что? Что? Как? А вот так. Ничего не хочу делать, делай сам.
начинает. Ты ничего не делаешь, не делаешь никаких шагов. Вот, пожалуйста, действуй. А еще, возможно, знаете, вот такие анекдоты пошлые вспомнила. Это вот как мужчина старается, да, по нижним чакрам, так типа тебе и будет вот дадено, да? Усталость, девочки, ваша видна здесь. Многие устали. Так мы сейчас спросим, что он там к вам имеет, как он к вам относится. Ну-ка, скажи. Он так нравится ему. Знаете, вот наблюдать за вами, когда вы работаете. Нет ничего лучше. Ничего так не успокаивает, как наблюдать за игрой огня, за водой и за тем, как работает твоя любимая. Как вы развиваетесь, ему приятно наблюдать вообще. Очень. Человек какой-то перенапряженный, между прочим, он и еще и мечевой. Такой сложный тип. Но, между прочим, он чувствует к вам любовь, чувства или эмоции, он чувствует. Несмотря на то, что даже он, знаете, он может не говорить об этом особо. Он здесь мечевой, авторитетный такой, деловой. Но ему же нравится, чтобы у него были охотницы за его шармом. Ему нравится, когда он окружен, ну, все-таки музами, какими-то музами. Но он не должен быть совсем уж таким неверным. У него почему-то по эти дороги закрыты. Ладно, давайте посмотрим, что бы он хотел вам сказать. Первое. Ох, он говорит: жди меня, и я вернусь, но. Вообще, на самом деле, он хочет сказать, что ему нужен отдых. Он что-то подустал и не хочет делать резких движений каких-то. Он подстраивается. Ему чаще всего, что не воля, а, скорее всего, он как-то уходит от прямого ответа вам. Еще что хотел бы сказать. Он как-то играет. Очень сложный труд. Посмотрите. Ну, посмотрите. Мыть унитаз зубными щетками. Это очень сложный труд. Вообще, наверное, чего-то и ему сложно. В общем, девочки, он закрывается. Это действительно его понятие. Вот это вот, это очень кропотливую работу надо сделать. Очень много сложностей с ним, с этим человеком. Закрытый очень сильно. Специально загораживается. Специально. В общем, девчат, человек, который все равно доказывает свое, он везде прав. Он везде прав. И с ним нужно очень аккуратно так все измерить, чтобы потом отрезать. Вот прям надо очень думать, обязательно логику включать, просчитывать наперед с ним некие стратегии общения. Что может быть, как это может вылиться во что? Обычный разговор, обычный, может быть, вопрос какой-то, может быть, с издевкой, с поддевкой, то есть может тут а может быть, просто, если не подумав что-то обрякнуть, то здесь может вылиться в очень большой спор, и каждый будет при своем мнении, но победителей не будет. В общем, человек здесь очень сложный на самом деле. Тут прям надо просчитывать ходы и выходы, нужна ли вам такая сложность вообще, нужна ли. Вам тоже надоело. Человек здесь, во-первых, девочки, не сказать, что он очень верный. Вот серьезно, не знаю, на кого уж вы смотрите, на случайного знакомого, на давнишнего, на очень близкого своего императора, между тем. Император? Мощный? Маг? Тут же он выходил. Девочки, маг и император, ну это вообще. А все, что касается верности, тут большой знак вопроса. Человек. Но опять же, девчата, это общий просмотр. То сейчас насмотритесь и будете своим любимым мозг выносить. Вы уж поаккуратнее с этим, потому что это общая информация, делить надо на два. У кого-то здесь прям чрезмерно, тоже карты падают, да? Альфа. Может, вы сами знаете. А у кого-то на пустом месте сейчас разразится скандал. Здесь показан ангел-хранитель. Просите высшие силы, чтобы вам помогли просто разобраться в себе, в ситуации, если вы чувствуете сложность. Не бегите, спешить здесь не надо. И мужчина, кстати, тоже, он таких хороших энергий-то, сильных на самом деле. Если что-то не получается с вами у него, ну, значит, так он хочет. Потому что у этого человека все должно быть слажено. Сейчас какие-то пути к вам вот загорожены, у него закрыты. Пути дороги большие. Кто-то закрыл или ты сам?
потому что он сам сильно закрывается. Небольшая дорога есть. Надо думать хорошо ему. Каких-то, он, знаете, он может не обещать больших сейчас вам чудес, открытий, совместного проживания или каких-то дальних планов дальнейших. Но постепенно, может быть, мелкими шагами, потихонечку, да, здесь начнется какой-то новый переход. Секретный ингредиент. Может быть, да. Но особых пока развитий-то вот он и не думает. Давайте сейчас еще спросим, что он еще хочет сказать, потому что тут колесо судьбы, кстати, вышло. Серьезный аркан на самом деле. Здесь нужно шансы брать. Но шансы в отношении вас или шансы по своей, вот, по своему социуму, да? В чем брать шансы-то? Здесь у многих уже нервы не выдерживают, хочется расстаться. А вы надеетесь на сбычу мечт, на желание, на исполнение? И еще больше позитива или негатива? Угу. Девчат, здесь середина наполовину идет, да? Все-таки вы можете как блажь этого человека хотеть. Может быть, влюбленность, но все равно чувствуете, что надо расстаться. Все равно есть желание, что на счастье, да, что желания все равно сбудутся какие-то. Вот есть, ну, здесь легкость какая-то. Это быть в коллективе, в команде. Или с друзьями, или с этим человеком быть вот на дружеской волне, на легкой, когда у него будет хорошее отношение. И далее идет все-таки в негатив. В расставание. Может быть, вам действительно надоело, но уже тут иглоукалывание предостаточно. А что вам делать-то действительно? Ну-ка. Опять же, это не истина в последней инстанции. Нам здесь показывают зависшее состояние. Посмотрите, мужик провисает, да, мужичок. А вы рады стараться, но уже тоже уставшая. То есть, скорее всего, ну здесь как? Здесь надо как-то нетривиально подходить. Или вообще все отпустить. Знаете, как по течению пусть плывет вся ситуация. Либо здесь находить какой-то выход нетривиальный. Вот так как движется, оно так не пойдет. Надо что-то менять, что-то по-новому. И вы уже устали. Вот смотрите, Маргарита на метле практически, только перевернутая. То есть у вас уже здесь все, у вас силы, вас могут подводить, энергии, может быть, маловато. Но человек этот, смотрите, а он прекрасный. Ну, два одинаковые, в принципе, с ним жезлы. Только вы больше делаете, у вас сейчас просто нет энергии. А у него все отлично. Король. Царь. Царь вантусов. Ну, пока так. Хотела спросить, что вам еще делать. Но пока что здесь сомнения. Хотелось бы, чтобы как-то оно разрешилось между вами. Девочки, будущее покажет, и пока вы немножко разделены, отдалены друг от друга. Может быть, взяли паузу или как-то лучше ее взять. Но вообще-то смотрите друг на друга. Так что при желании общения и можно много что сделать. От вас это зависит больше или от мужчины. Здесь нам особо не показывают. Он просто имеете в виду, что этот мужчина может делать много, и в случае чего это вот не могу приехать, это и все. Отговорки, отмазки в большинстве случаев. Просто не хочет. Прокрастинирует. Вы в облаках, в розовых, пока в очках розовых, а он... Здесь какая-то несправедливость идет по отношению к вам. Кармическая фрустрация, не знаю. Ну, в общем, он как-то, знаете, ну, ему тоже прилетает. Если он неправильно к вам, как-то не по делу, нехорошо, то ему должно... Ну, как-то это можно этим, конечно, может быть, порадоваться. Смотрите, мир. Главное, мир. Между вами тоже возможен мир. Возможно, вы будете пазликами в картине общей друг друга. Ну, это, знаете, будущее у вас здесь покажет. Потому что, ну, в принципе, прямо от расставания, от люблю до ненавижу. Получается так. И давайте сделаем бонус. Давайте для вас бонус, девочки, возьмем. Я надеюсь, кстати, что вам было интересно и полезно. Вот спросим у замечательных арканов. Таро ангелов. Причина одиночества, причина сложных отношений,
или невозможности выстроить надежные отношения, брак, может быть, кто-то замуж выйти не может. Давайте смотреть. Первый, второй, третий варианты. Раз, два, три. Сейчас можете поставить лайк данному видео, дорогие девочки. Вот прям будете умничками. Пусть у вас только хорошо все будет и все сбывается. И все найдут свою счастливую судьбу, звезду, мужчину в образе вашем, который вы хотите для себя с наилучшим. Только и с наилучшим вашим намерением, да, и с лучшими целями. Итак, первый вариант, девочки, причина вашего одиночества. На самом деле здесь нет каких-то порч, подкладов, кармы сложной, ничего этого нет. Возможно, ваш характер, возможно, просто вы сами не хотите, внутренне не хотите, вам нравится беззаботность, вы эгоистичны. То есть с кем-то делиться чем-то, это же труд, работа, отношения, да. Возможно, ну, просто хочется побыть подольше ребенком любимым в семье или же самой для себя. Вы классная, светлая, но у вас свое мнение есть, видите. И ощущение здесь такое, что вы еще хотите просто повыбирать и зацикливаться на одном человеке, вам не интересно. Даже если вы видите, что грабли, все равно внутренне здесь по тексту, у вас все хорошо. Может быть характер, да. Пожнешь характер, посеешь. А характер, пожнешь судьбу. А то здесь от вас многое зависит. Вообще все на позитиве, дорогие, у вас должно быть. Здесь причина, ну, особо не ясна. Кстати, можете обратиться на индивидуальный прием. Мы можем, ну, у вас должно все хорошо быть. Не знаю, у вас сильная энергетика, императрица. Это женщина, которую любят, которую хотят взять в жены или сделать подругой своей, открытой, яркой, нетайной женщиной. То есть можете обратиться индивидуально, я смотрю по фото. У вас надо копать где-то глубже, если сложности есть, да, то что-то тут у вас уже индивидуально нужно просматривать. Вот особых, видите, не показала ничего. Ну, может быть, характер, да. Ладно, второй вариант. Причина одиночества или невозможность сложных отношений. У вас сразу, вот вы закрываетесь, вы где-то, где надо, говорите все, что хотите. А где вот не надо, где надо... То есть у вас все наоборот. Где нужно защитить свои границы и сказать «нет», вы молчите. А где нужно отстоять свои права и уметь сказать, то есть где надо наоборот помолчать, вы говорите. Все, вы поняли меня, дорогие, да? То есть здесь вы супротив идете. Баба-яга против. Давайте еще немножко раскроем, что это карма или ваш характер. В чем здесь причина? Ну, конечно же, ваша энергия, ваше желание. У вас очень много мужской энергетики, девочки, и невской. На это надо смотреть. Вы такой пацан в юбке. Просто здесь пересмотрите ваша энергетика. Вы к себе либо слабаков, да, девочки, привлекаете, слабых мужчин, больше таких, либо полуальфонсов, либо же человек хороший, когда к вам подойдет, добрый, вы можете очень резко его сами размазать просто. Но говорю, у вас как-то идет неправильно. Вот там, где нужно бы промолчать, вы говорите. Где нужно сказать, вы молчите. И не умеете за себя постоять. Почему? В чем причина? Здесь тоже нужно уже как-то глубже, да? Какой-то психоанализ или что здесь. Ваши жесты, движения. У вас все на жезлах, девочки, много мужской энергии. И вы неправильно движетесь. Где надо, вы стоите. Где не надо. А где не нужно, вы бегом бежите впереди паровоза. Ну вот так. Вот здесь такова причина. Опять же, это экспресс будет, может быть, побольше у нас. Если вам интересны причины ваши, то в чем? Что не то? Пишите, если вам интересно. Девочки, и третий вариант. Здесь либо мужчина вам попадается авторитарный, тянет вас на людей таких, которые, ну вот, не любит он. Вы любите, влюбляетесь в таких, которые сложно поддаются дрессировке. Либо женатые мужчины, либо шефы, начальники с хорошей энергетикой. Те, которым не надо особо-то, женщины им особо не нужны. А вас такие притягивают как раз. То есть здесь, опять же, нужно просматривать туда, в прошлое ваше. Почему и как? Почему? Возможно, вы боитесь просто построения отношений где-то глубинно, внутренне, где-то ваших подсознательных...
скажем так, лабиринтах вашего подсознания, что, почему, или у вас есть некий идеал, может быть, вам вот именно недоступное что-то, или как-то здесь попадаются мужчины, или вы сами их выискиваете, ну, не особо радушные, что ли. Так, ну здесь глаз идет однозначно, тоже это есть. Посмотрите, у вас закрыт мужчина, вот, который возьмет на себя все, здесь перекрытие идет. И у вас могут забирать мужчин, девочки. В вашем случае счастье любит тишину. То есть у вас кто-то могут и подруги, и прочие влезать в ваши отношения и забирать, вот, похвалитесь, и просто можете даже словами. Словесная энергия пошла не туда, вектор меняется, направление нужное идет не в то русло, то есть вы здесь как-то прогадываете, сами можете. Здесь надо направлять энергию в правильное русло. Задумали, лучше никому ничего не сказать. Нравится вам кто-то, не надо рассказывать. Это как минимум, но здесь сглазы и здесь негативные влияния, да. И вы как-то их, девочки, сами собираете. Возможно, вы уже и не общаетесь толком ни с кем, сами понимаете. Даже она сама с глаз очень похожа. Да, пустая карта, тем более, все. Девчат, ну тут либо чистки, либо тоже вы можете обратиться индивидуально. Я смотрю по фото, диагностику вам сделать. Ну и на картах Таро просматриваю, в каналах Яснознания, Ясновидения. Читайте информацию под видео, пожалуйста. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, вы не подписались, а смотрите с удовольствием, да? Долгое время. Ну, почему бы не подписаться-то? Рада новым подписчикам, стареньких всех, с кем на одной волне. Обнимашечки, дорогие. Ну и до новых встреч. Взаимности вам. Пока-пока.